Приветствую всех на своем канале MatniTwerk. Меня зовут Татьяна Сергеенко. И в этом уроке мы с вами начнем вязать вот эту замечательную вещицу. Как вы знаете, в этом году жилетки очень модные. Я вам предлагаю связать вместе со мной вот такой замечательный укороченный жилет. Как я его вязала и как я делала расчеты, я вам покажу в следующем видео. В этом видео я вам хочу сделать замеры, рассказать, из какой пряжи я вязала, сколько у меня ушло ее, и померять полностью свой жилет, чтобы вы знали, какие параметры у него. Перед тем, как мы приступим к вязанию, хочу поблагодарить свою подписчицу, которая сбросила фото этого жилета, и он мне очень понравился. Да, еще смотрите, девчонки, этот жилет связан сверху вниз. Если мы так посмотрим, ну, как я посмотрела на фотографию, фотографии я сейчас ставлю вам на экране, чтобы вы имели в виду, как выглядит в оригинале этот жилет. И я изначально подумала, что он связан снизу вверх. Но реально, связать резинку спереди, резинку сзади, затем соединить в круг – Круговое вязание, провязать до проймы, сделать убавки. Вот и все. Да, там закрыть уже горловину, да, отдельно спинку, отдельно вперед. И все. Швы по желанию можно делать, можно сшить петля в петлю. Это уже на ваше усмотрение. Но нет, самая фишка этого жилета в том, что он вяжется сверху вниз. Да, когда я уже потом рассмотрела фотографии, я рассмотрела э, все работы автора. Автора я Укажу в описании под видео. Не хочу ошибиться, вдруг неправильно прочитаю. Автор этого жилета ссылочку на ее Instagram-профиль я оставлю в описании под видео. Вот и фотографии, которые вы сейчас видите на экране, это ее работы. Действительно, девушка вяжет очень круто. У нее почти все работы связаны сверху вниз. То бишь это Закругленная горловина, то бишь это V-образная горловина, без разницы. У нее почти все работы связаны сверху вниз. Ну и вот я засела за этот жилет, меня это задело. Ну как же его связать сверху вниз? Ну видно же по фотографиям, что он вяжется снизу вверх. Единственное, что резинка внизу, вот когда смотреть на резинку, ну и у меня так же само, видно, что она связана сверху вниз. А так, в принципе, у нас петельки, посмотрите, если смотреть на петельку, ну, у нас здесь идет сдвиг, так как она сверху вниз связана. Вот петелька, как будто мы вязали снизу вверх. Но если мы развернем его так, как мы вязали, мы видим, вот у нас петельки идут. Там, где вот косичка у нас, видите, петельки. Там, где у нас петелька собирается, это когда мы вяжем вот это сбор у нас внизу, а расширение петельки вверху. И видно, что он связан сверху вниз. Но когда мы разворачиваем, вот эти петельки смещаются на пол петли. И у нас получается полноценная косичка, как будто мы вяжем снизу вверх. Вот в этом я и запуталась. Смотрю на жилет, вроде бы связан снизу вверх, но нет. Резинка внизу связана наоборот. Ну и думаю, ну смысл вязать жилет снизу вверх, даже если оставить здесь открытые петли, а затем вязать отдельно резинку, какой смысл, если можно все изначально сразу связать снизу. Ну и начала я разбираться, мне стало очень интересно, как же эту модель связали сверху вниз. Я полдня, наверное, просидела за интернетом, искала, читала, смотрела. И то, что я нашла, как я это сделала, я вам буду показывать дальше в уроке. Сейчас я вам пару слов только скажу. Смотрите, у нас набираются петельки изначально спинка. Вот у нас набирается ровное полотно. Вот я набрала ровным полотном. У меня здесь 45 петель, 30 сантиметров. Я связала спинку. Давайте я так разверну. Вот я связала спинку до э, расширения проймы. Затем я начала делать прибавки на пройму, вот что у меня получилось. И на этом я спинку закончила вязать. Затем я до спинки, вот если посмотреть, у нас жилетка полностью без шва. У нас единственный шов, ну, что-то наподобие шва, это вот на плечах. И то это не на плечах, а на спинке. Если посмотреть, вот у нас этот шов получается на спинке. Вот видите у нас на двух плечах идет небольшой шов. С вот этих от петель, которые мы набирали на спинку, вот, вот так, я подняла петельки и здесь провязала укороченные ряды. И получается, я набрала петли и вывязала сразу вот углубление нашей горловины на спинке. Я сделала вот это углубление. Я вот провязала здесь укороченными рядами, вот довязала, получается, спинку. Шва вот здесь у нас нету, он спрятан у нас под нашей горловиной. Вот я довязала спинку, затем я продолжила вязать отдельными частями. Вот сначала связала одну полочку, вот здесь я вязала уже ровно, дальше начала прибавлять петельки, затем отрезала нить, начала вязать вторую сторону, точно так же вязала ровным полотном, затем добавляла петельки. И здесь по центру добрала недостающие петли и соединила вот эти две передние части, два плеча между собой. Вот у нас получается вот уже связана горловина. Дальше точно так же, как и спинку. Я связала нужное количество рядов до расширения проймы, затем сделала прибавки на пройму. И здесь уже, когда соединяла перед и спинку, я набрала петли подреза. У меня это 6 петель можно подрез на ваше усмотрение. Хотите пошире жилетку, делайте пошире. Точно так же хотите ее пошире сделать, даже если у вас размер, как у меня, и плотно совпадает, но вы хотите, чтобы она была немного больше. Можно или изначально набрать больше петель, или обвязать пройму большей резинкой. Здесь у меня э, связано 18 рядов, это 9 рядов на, если поделить пополам, вот 9 рядов получается ширина проймы. А можно связать больше рядов. Вот на горловине у меня, например, 24 ряда. У меня здесь резинка побольше, чем на пройме. Можно точно так же по 24 ряда на пройме. У вас уже жилет будет немного шире. Это смотрите уже на ваше усмотрение. Точно так же и обвязывать. Можно делать двойную резинку, как я. Здесь внутри резинки я спрятала все швы, все вот шов из со спинки, все наборные швы, когда мы поднимали петельки. Вот Все у меня спрятано под нашей обвязкой. Вот. Набираем петли подрезов с обеих сторон, соединяем перед и спинку между собой и дальше вяжем ровным полотном вниз. Здесь уже я расчетов никаких не делала. Я посчитала только, сколько мне нужно петель набрать на спинку, и все. Ну и приблизительно горловину с учетом обвязки, что у меня будет еще обвязка, надо было сделать глубже горловину. Так же само и пройму. Но пройма впритык не должна быть. Она и должна быть широкая в этой модели. Вот, значит, я провязала ровным полотном лицевой гладью до резинки. Затем разделила вязание на две части, вперед и спинку. Здесь я связала 9 сантиметров резинки, а здесь у меня, по-моему, 10 с половиной на спинке. Вот, немного у меня, вот если выровнять, немного на полтора сантиметра резинка на спинке длиннее. И получилась вот такая жилетка. Когда я это все связала, я начала обвязывать пройму и горловину. И вот такая прелесть получилось. У меня размер 42-44. Я вязала из пряжи, из турецкой пряжи, всем известная Alize Lana Gold. Цвет у меня находится под номером 240. Ну, кто еще не знает, метраж в 100 граммах 240 метров. По составу 49% шерсть, 51% акрил. Вот. Вязала из полушерсти. Цвет он такой коричнево-серый. Меланж. Ну, мне цвет нравится. На мою жилетку 42-44 размер у меня ушло 230 грамм. Ну, там 228. Но ну, если учитывать хвостики, которые я отрезала, 230 грамм нужно на жилет 42-44 размера. Как делать расчеты? Я все буду показывать в следующем видео. Сегодня мы с вами вот в этой части я вам рассказала как я ее вязала. Сейчас я хочу сделать все замеры, полностью вот это подписать вместе с вами, померить, потому что после каждого моего мастер-класса у меня всегда спрашивают, какой длины пройма, сколько оставлять для горловины, сколько на плечо, сколько набирать петелек. Поэтому я сейчас все измеряю, покажу, как выглядит у меня. А вы уже будете под себя корректировать, как должно быть у вас. Итак, давайте изначально померяем, наверное, сверху, да, начнем ширину плеча. Здесь у меня было изначально 9 петель. Я обвязала здесь по петельке, ну, то, что осталось вот на плече. Давайте сейчас померяем плечо. Я буду мерять вот эти отдельно петли. Вот у меня где-то 3,5 сантиметра. И отдельно буду мерять вот тоже 3,5 сантиметра в резинку. Я вот пишу 3,5 резинка у меня также 3,5 сантиметра, и осталось померять резинку на горловине. Вот, если я буду вот так мерять 4 сантиметра. И если мы приплюсуем, это 7 плюс 4, 11. Давайте сейчас померяем, чтобы было точно 11. Видите, я когда меряю уже по-другому получается. Вот где-то 10,5 будет. Ну, если разровнять, да, будет 11 сантиметров. Вот плечо у меня вместе с резинкой 11 сантиметров. Дальше меряем. Ну, с этой стороны точно так же. Я вязала до прибавок расширения вот на пройму 50 рядов. Сколько это в сантиметрах? Вот у нас уже есть же плечо. Вот это 21 сантиметр. До прибавок, вот я отмечу, вот здесь, до прибавок 21 сантиметр. Дальше я делала расширение, делала прибавки. Сейчас я хочу померить, сколько у меня в самом большом месте сантиметров. У меня сейчас я делала прибавки, пока у меня не было 46 сантиметров. И плюс я добавила еще петли для проймы. Но когда обвязывала пройму, у нас полотно немного стянулось. Вот резинка на пройме, она стянула. Поэтому сейчас будет меньше сантиметров. Вот если мерять полуокружность, вот у меня получается 44,5 с половиной сантиметра. Вот я пишу 40. 4 и 5 сантиметров. Вот окружность получается. Теперь давайте по резинке. Вот резинка внизу у меня была 9 сантиметров. Она также и осталась. А нижняя вот на спинке резинка почти 11. Ну там я вязала 10,5. Ну почти 11. Наверное, даже 11 сантиметров. Вот здесь у меня 9 сантиметров. Это спереди резинка. И на спинке 11 сантиметров провязано резинки. Если брать от проймы до резинки, я, по-моему, вязала 28 рядов, я уже точно не помню, но я в мастер-классе все говорю. Вот 13 с половиной, не 13 сантиметров, да? 13 до резинки 13 сантиметров. Получается от проймы до резинки у меня провязано 13 сантиметров. Резинку на проме я не считаю. По лицевой глади я померила. Что еще нужно? Давайте померяем вот от резинки до резинки. Вот разровняем. 28 сантиметров. Изначально я набирала 30 сантиметров. Вот ширина 28 сантиметров. Ну, у нас горловина еще стянула немного, поэтому пару сантиметров у меня ушло. Если мерять из обвязкой, из проймой, у меня получается 33 сантиметра. Вот если мерять 33 сантиметра, если мерять вместе с резинкой. Ну и, наверное, осталось померить только длину нам. Я меряю от спинки, вот от резинки. И смотрите, до передней полочки, до резинки 53. До спинки у нас 55 с половиной. Вот длина 53 сантиметра. А если до спинки 55. ,5 и 5 сантиметров. Вот мои все замеры, что у меня получилось. Как выглядит жилетка на мне, вы видели в начале ролика. Вот такую красоту я предлагаю вам вместе со мной связать. Я думаю, все замеры я сделала. Сколько у нас здесь провязано, я померила. Вот 21 сантиметр, это вверх. Вот от плеча и до расширения проймы 21 сантиметр, и по пройме. Ну там у меня получилось 8 сантиметров. Когда я вязала, но ну, после вязки она уменьшилась. Здесь я сделала 13 прибавок в каждом лицевом ряду. Делала прибавки на спинке, и спереди одинаково делала прибавки. Ну, в принципе, вот такая жилеточка. Можно сделать скомбинировать с каким-то узором, можно какую-то косу, жгут, или какой-то ажурный узор вставить, можно по центру, можно пустить по плечу две косы. Это уже на ваше усмотрение. Но смотрите, если вы будете вязать с косой, коса будет еще немного стягивать ваше полотно. Поэтому добавляйте петли, чтобы ваша жилетка не получилась маленькой. Ну, вот такую жилетку. Я связала, связалась она быстро, за два дня у меня был такой интерес, мне так хотелось разобраться, что за два дня у меня получилась жилетка. Это с расчетом того, что я записывала для вас мастер-классы. Э, ничего не перевязывала, вот как я посмотрела, как я для себя посчитала, расписала, вот так я и связала. Э, Все то, что я поняла, вот то я осуществила. И вы сейчас видите, что у меня получилось. На этом я буду заканчивать. Как вязать жилет, как я вяжу, я вам покажу в следующем видео. Видео выйдет завтра, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первым увидеть этот мастер-класс. И всем пока. Увидимся в следующих мастер-классах.